Меня зовут Евгений Ермолаев, я являюсь экспертом компании Pult.ru, и сейчас вам расскажу про акустическую систему Monitor Audio Platinum 300. Monitor Audio – известный английский бренд, выпускающий высококачественную акустику, и немаловажное значение уделяет не только звуку, но и дизайну, что можем увидеть на примере вот этой акустической системы. Значит, линейка Platinum – это старшая линейка, и перед нами фактически ее флагман акустических систем, модель 300. Рассмотрим ее поподробнее. Значит, акустика имеет трехполосную конструкцию. Это два 20-сантиметровых басовый динамик, 10-сантиметровый среднечастотник и ленточный твиттер. Ленточный твиттер в данном случае дает повышенную прозрачность и объемность на высокочастотном участке звукового диапазона. Передняя панель имеет покрытие кожей. Это не только эстетика, но и позволяет снизить отражение от нее звуковых волн, звучащих динамиками. А акустическая система стоит на очень интересном постаменте, в который ввинчиваются шипы, естественно, регулируемые, и, так сказать, имеет очень серьезный вес, 44 кг. Мощность системы 200 Вт, чувствительность 91 дБ и сопротивление 4 Ом. То есть, соответственно, внимательно относитесь к усилителю. Она любит мощный усилитель, который спокойно работает с любой нагрузкой. Форма акустической системы корпуса мы видим тоже также очень интересная, со специальным изгибом по задней стенке. Это позволяет снизить стоячие волны, которые возникают внутри корпуса. Обратим внимание на заднюю стенку. Здесь мы видим, что каждый из динамиков традиционно для монитора аудио фиксируется дополнительными болтами, то есть фактически мы получаем, что динамик у нас крепится не только к передней панели, но и притянут к задней, что повышает жесткость динамика и жесткость корпуса. А также имеем два фирменных порта Hi-V. При этом, в отличие от младших моделей, этот порт здесь имеет не только специальные насечки, но и покрытие резиной, что, естественно, повышает его звуковые характеристики. Клеммы высококачественные, находятся в самом низу, что, естественно, удобно для подключения, то есть провода мы не будем видеть висящими, и позволяют, соответственно, подключать систему посредством биваринга или биантинга. Эту акустическую систему вы можете приобрести в нашем интернет-магазине pult.ru.